Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TecnoSpark 10 Pro, и сейчас я покажу вам, как можно ускорить работу данного устройства. Итак, работа вашего устройства могла быть замедлена, потому что у вас забита память. Поэтому мы переходим в приложение «Настройки» и проходим в раздел «Память». Здесь мы можем посмотреть, во-первых, сколько памяти у нас занято, во-вторых, память должна быть свободна минимум на 30%, то есть у нас сейчас, в принципе, все хорошо, если у вас больше 70% занято, то это уже проблема. И также здесь показано, что именно занимает у нас больше всего памяти. Вот, для того, чтобы это все дело очистить. Ага, у нас здесь есть управление нехваткой памяти. Значит, у нас включена эта функция, поэтому если у нас не хватает памяти, то некоторые приложения могут не запускаться в таком случае. Вот. Но это не влияет на приложение, которое уже запущено в фоновом режиме. Эту функцию можно легко отключить, но я не буду этого делать, пусть будет включена. Значит, теперь мы нажимаем «Очистка». И нам нужно разрешить здесь доступ. В общем, нажимаем «Очистка». Угу. Да, нам нужно включить доступ к истории использования в Phone Master. И теперь здесь, в этом приложении, мы можем очистить память. Нажимаем «Очистить». Вот, у нас удалились ненужные нам файлы. А также мы можем здесь удалить редко используемое приложение. Вот, например, если вы что-то отсюда не используете, можно это легко, вообще без проблем удалить, если вы уверены, что оно вам не понадобится. Нажимаем «Удалить», «Удалить». Вот, таким образом мы также очищаем память. Теперь, что еще? Мы можем очистить данные приложений. Вот, например, кэш. Выбираем, что именно мы хотим очистить, нажимаем «Очистить», нажимаем «Удалить». И также мы можем переустановить какие-то приложения, и это тоже нам поможет. Вот, после переустановки освободится около столько-то памяти. Это мы тоже можем сделать, и тогда у нас будет свободна еще память. Вот, я не буду всего переустанавливать. Угу. И, в принципе, это все, что мы можем сделать, чтобы у нас почистилась память. Даже интересно, освободилась ли она у нас. Насколько? Ага. Окей. Ну, в общем, мы можем так почистить память. Просто нужно все почистить, все настроить, все удалить, все, что нам не нужно. И ваше устройство должно начать быстрее работать. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.